Неделя добрых дел проходит в рамках подмосковной акции «Доброе дело», которую организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций региона. В 11-й Видновской школе, куда приехал глава округа Станислав Катаров, акция в самом разгаре. У нас второй день проходит день недели доброты. Я вообще считаю, что доброта спасет мир, поэтому каждый человек должен стараться как можно больше делать доброе дело, не на показ, а для себя, и делать это от чистого сердца. В рамках акции проходят мастер-классы по выпечке блинов. Впереди один из любимых российских праздников – Масленица. Получается? Еще бы не получилось. Вы же под надзором же? Ну а как же? Не нарушают технологию, нет? Не нарушают. Молодцы. Молодцы. Впрочем, как выясняется, многих ребят учить не надо. Есть и опыт, и знания секретов мастерства. У меня есть любящая бабушка, даже две, ну и обе ни много ни мало учили. Ну, думаю, самое сложное – это учиться переворачивать. То, что ты вроде и цепляешь, оно не переворачивается, но где-то прилипло. Ну, все в этом духе. А еще в рамках акции расписывают пряники, пишут письма воинам СВО, собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети. Об этом главе округа рассказали на чаепитии, в котором приняли участие сотрудники школы, члены семей бойцов специальной военной операции и участники программы «Активное долголетие». Вяжут неоднократно носки, которые были отправлены в 42-ю стрелковую дивизию, более 300 пар примерно, в которые также участники долголетия принимают участие, вкладывают туда записочки с пожеланиями, сети плетут, потом еще защитные, как же они называются, на одежде, помогают шить подушки, собирают гуманитарную помощь. После чаепития Станислав Катаров посетил один из классов, где ребята пишут письма участникам специальной военной операции. Что бы вы пожелали тем ребятам, тем солдатам, которые сейчас воюют? Крепкого здоровья. Смотри. Вернуться домой с победой. Всего хорошего, чтобы они закончили войну. Да. Хорошо. И остались целыми и невредимыми. Я хочу вам спасибо сказать за вот эту поддержку. Для наших бойцов это действительно очень важно. И я с многими из них разговаривал, когда они возвращаются в отпуск, на побывку. И многие готовят ответные письма. Это на самом деле очень важно, поэтому поддерживайте. Спасибо вам за эту нелегкую работу. Всего в Московской области в акции «Неделя добрых дел» участвуют ученики более чем 1500 школ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.